Социального предпринимательства, региональный инновационный туристический продукт или ритм реализовано с целью обеспечения устойчивого и продолжительного развития индустрии туризма и гостеприимства в регионах, а также создания возможностей трудоустройства для местных жителей. Это первый стартап в Азербайджане, посвященный региональному туризму. Он призван увеличивать число туристических продуктов и предпринимателей в сфере туризма, создать базу для развития малого и среднего бизнеса, а также привлечь зарубежных инвесторов. Стартап поспособствует повышению качества услуг в туристическом секторе, а также диверсификации видов туризма. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса является одним из наших основных партнеров разработки данного проекта. Мы высоко оцениваем работу КОБИ в регионах. С реализацией программы мы сможем привлечь в районы нашей страны больше туристов. В свою очередь, КОБИ демонстрирует готовность оказать полную поддержку проекту «Ритм», так как цели и задачи проекта совпадают с туристической политикой и стратегией Азербайджана. Программа охватывает такие сферы, как сельский туризм, электронная торговля, инфраструктура, технологии, кулинария, туризм, гостеприимство и социальное развитие. Каждый, кто хотел бы попробовать себя в одной из этих областей и представить инновационные идеи для усовершенствования данных секторов, может к ней присоединиться. Более подробно информацию о стартапе можно получить на сайте rhythm.tourismboard.az. Стартапы, отобранные в рамках программы «Ритм», будут освобождены от налога на прибыль от инновационной деятельности в течение 3 лет. Наша цель, как агентство по развитию малого и среднего бизнеса, продвигать стартапы в туристическом секторе. Продвижение предпринимательства в сфере туризма находится на повестке дня агентства. КОБИ совместно с агентством по туризму превращает исторические поселки Баку, в том числе Балаханы, в туристические зоны, поощряет ориентированные на туризм предпринимательство создание новых туробъектов. Подобные проекты уже реализованы в поселках Бибиайбат и Пиршаги. Кроме того, не так давно в Исмаилинском районе состоялась презентация сельских гостевых домов, и авторы этого проекта намерены реализовать аналогичную инициативу в других туристических регионах, к примеру, в Шикинском районе. В настоящее время в центре внимания и освобожденные от армянской оккупации территории, которые обладают огромным туристическим потенциалом. На мероприятии было отмечено, что на данный момент разрабатывается концепция оценки туристического потенциала городов Агдам и Физули. Альбина Абдрахманова, Руфат Алекперов, CBC.